Стон Исланд? Да, Стон Исланд. Чего? Это Стон? Это Стон Исланд? Стон Исланд, что? Монклер. Так, итак, Хархар. Это что, Сипи Компанита? Исланд Айланд? Даба. Дождливая погодка. Оба. Ты миньон. Красавчик. А ты? Всё. Снимай жопу. Всем привет. Подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Здесь я продаю шмоточки из роликов, провожу розыгрыши и делюсь с вами интересными моментами завоза. Я не могу ее. Она складывается. У меня джек только один. А это что? Че он маленький, нормально. А это что? Ну, дай повесли. А да это... ничего, я не знаю, что. Че я что-то зацепил. Дай карту. Покажи. Капец, жестко забежали. Ура. У меня джек только урский. Это чё? Мамутик. Дашик, ты чё там набрал? Покажи. Ой-ой-ой, хорошая. Так, а кто с ним взял? Чё? А, нет. Ну, пиздец какой-то заорал, я думал. Он сказал Фредак. А, я его...
тартар. Он тяжелый, 4,5. Костян, что это? Ты же любишь бомберы всякие, да? Что набрал, браточек, в камеру? Кирбак, бочка, еще чем-то. Капа. Что у тебя голова? Капа. Лакост. И. А чем пока все один? У меня такой Джек. Джек. Блин, как будто палец. Чё так? Я давил его, я не знаю, у меня он сейчас горит просто весь. А ты что взял? Я взял чемпион, беги. А он женский, нет? Он женский. Я думал уже тут GGL найти. Он гусь. Ну, Барбари еще. Где Платон? Он тебе нужен. Он мне нужен, должен. Он же сказал, его, у него нету с собой. Ну, домой. Это Палена. Ну ты просто посмотри вот. Миша, такую взять? Okay. Шапку? Меня видно? Да. Да. Как шапка? Как тебе шапка? А? 7. Это? Да. Что, прикалываешься? Он 2-3. Нереально, маклер палёный. Чё взял? О, здорово. Впервые в жизни полиманга с шапочком хорошенькая. Да. Покажи. Давай, намучи что-нибудь. Давай. Надень это. Конечно. Это точно где бирки у нее? Там, там. Красно. Это Соник. А, нет. Что с Дженнисотом? Не знаешь, это не Богнер? Богнер, Богнер. Ох, какая. Это серая. Ох, надо реально снять стон на заводе. Чего? Это стон? Это стон Ислан? Стон Ислан, что? Что? Стон Ислан?
Хочешь подарок? Нет. А, что, твой сайт? А, да. А внизу? Медисен, конечно. Внизу смотрел? Медисен, конечно, одевает. Медисен комнат. Это шапка вообще бомба. Вот раньше завод. Что ты ее скинул? А что? Раньше, говорит, завод. Просто неделя толстой. Один же паленый, да? Может, пиздики взяли, я не знаю, вот это рекламно. А что у деда там? Стон. А что за вещь? Свитер. А он без патча? Это он что-то не показал там. Сколько стоит, бля? 3600. Как будто вот, знаешь, за двушку вообще кайф. О, вон бирки, я их искал. Да, он легитный. Только будто его можно взять. О, 2 стона, там еще один паленый висит. Миша, вырывай. Пуговица снимаем. Ух, думал, ты мне жука какого-то посетил. А еще что? Спасибо. Типа я тоже соучастник? Нет, просто закажу. Он не работает. Типа ты станет. Вот такой пуховичочек Богнер. Опа. Это что, CP Company-то? И Stone Island? Итак. Монклер. Так, итак, Кархард. Это П. Это П. Палёный. А это О. Еще вот такой вот Богнер. Бомбовый. И вот такой, такая сумочка Гесс. Хорошая. А тут вот еще у нас один монклерчик. Вот такое. Подожди, П. Вот такое там. Да. Оп. Габа. Ладно, такое не танцуем уже. Ну ладно, давай. Через минуту итоги розыгрыша на футболку Nike. Чтобы было все честно. Чисто. Кто же выиграл? Повторно, да? Кто уже выиграл? Так тебе надо будет нажать завершить. 12:00 он автоматически пойдет. Да? Я не знаю, я первый раз делал. Нет, смотри, я выиграю. Это постанова, пацаны. Да, это постанова. Опа! Завершить нажимать? Да. Стой! Да. Ты нахуй сейчас бил, пацаны. Да, да. 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 Пойдемте, блядь. Розыгрыш завершился, победители есть. Все призы отправлены. Футболочка тоже скоро будет отправлена. Подписывайтесь. С наступающим. С наступающим. 2024. За этот завод взял такой пуховичок 600-й набивочки Богнер и такую зипку Ralph Lauren Performance размер XL. Также в продаже вот такие футболки True Religion абсолютно новые, размер S, M, L, L. I'm gonna catch you right home.